оказал себя на необитаемом острове, Коко из партнера по команде из Бананца взял бы с собой, почему? Но очень много времени я этот провожу с Джоковичем, так что, может быть, его взял бы с собой. Потому что с ним, наверное, никогда скучно не бывает. Дальше. Если бы ты был животным, каким был бы? Я не знаю, может быть, муравьи мне нравятся, много работают. Может быть, ты бы из этих. Дальше. Любимое блюдо. Ой, блин. Ну, верю, что этот, может быть, барбекю какой-нибудь. Сейчас тип мясо. Без разницы, самое главное, чтобы хорошо приготовилось и пожарилось. Любимый фильм. Это «Лист Шиндлера», по-русски, по-моему, так называется. Что болельщики не знают про тебя? Скоро буду жениться, может. Это не знаю. Любимый спортсмен. Ну, в Сербии все любят Джоковича, так что, может быть, ну, просто это у него большие успехи он достиг, так что люблю его. Он это достаточно репрезентует нашу страну и вообще спорт. Да, но... Ну, если бы не сами знаете другой вид спорта, кроме футбола, какой это был бы спорт? Я немножко, мой родной брат это волейбол тренировался, я с ним, ну, некоторые, ну, просто несколько раз шел на тренировку с ним, когда у меня это свободный день был, так что, может быть, волейболист какой-нибудь был бы. Любимый спортивный клуб, кроме Бананца, люблю Олимпик Марсель. Какая была твоя первая работа? Ну, когда ребенок, думаю, что все мы какие-то работы делали, чтобы немножко этот денег заработать для себя, так что много чего я работал с пацанами. Если честно, даже и не помню уже, что все там брали, это яблоки, все, именно такие виды работы. У кого лучшая прическа в команде? Недавно этот Иванович пришел с новой прической, которую сам делал. Все удивились и, конечно, все смеялись, так что, может быть, это лучшая прическа. Если не лучше, то этот засмеял команду очень хорошо, так что. Спасибо большое.